Ну что, ребят, сегодня новая локация. Дикий пляж. В сторону долгой косы от самой станицы Должанской по правую сторону. То есть, если ехать в сторону Казачьего берега, уходишь направо и потом метров где-то через 600-700 уходишь правее и приезжаешь на дикий пляж Таганрогского залива. Я сегодня взял с собой петличку, чтобы ветер сильно не мешал. Попробуем с ней снимать видео, как будет. Лучше, я думаю, что не будет шуметь ветер. Ну, посмотрим. Раз. Дядя Боря плохой человек. Проверка связи. В общем, сегодня отличная погодка. Несмотря на сильный ветер, волны просто великолепные. Смотрите, какие барашки. А цвет изумительный. Несмотря на то, что утром было прохладно. Я уже говорил об этом, да? Где-то кому-то. Было 20 градусов с утра, но это было в районе 9-10 утра. Сейчас на солнце больше 28. Но, естественно, ветерок это все смягчает, и ощущение того, что это не жарко. Это не жарко. Прекрасно. Красота. Людей немного. В общем, мы уже какие-то избранные стали туристы. Мы ищем места, где людей не так много. И это может быть не оборудованный пляж. Это может быть дикий пляж. Но главное, чтобы нам никто не мешал. Здесь, кстати, сказали, что закрытая территория. Вот там находится какой-то дом, наверное, частника. И сюда на машинах подъезд запрещен.